Друзья, всем привет. Сейчас буду кушать... Мазы очень потише немножко. Сейчас буду кушать гороховый супчик. Вот такой, видите? Янтарного цвета, красивый. Петрушечка тут, укропчик. Вот такой вот. Красивый такой, красивый. Прекрасный гороховый суп. Вкусненько, вкусненько. Ма, ты что не ешь? Подай мне, пожалуйста, телефон. А там есть? Не, я не хочу мяса. Из супов гороховый суп самый вкусный. Не, ну мне еще солянка нравится. Ну а солянка это суп или как? Или она просто сама по себе солянка? Солянка это суп считается или как? Не, не хочу горчицу. Да, в 5 утра, конечно, это... Встаешь так спать охота вообще. Особенно вот когда, ну, идешь по метро, и такое чувствуешь, что ты вот именно сонный. Ложечку просто так съем. Красиво. Вкусно. Домик в деревне вкусная сметана, да? Ты задолбал, Феликс, иди ты нахрен отсюда. Ну ты не ставь их туда. Да, еще выпендрись. Повесь, иди отсюда. Повесили еще как-то. Ты ложишь. Я ложу их на свое место. Вот и он туда садится на свое место. На свое место.
сюда шерсть забила. А нет, маленькая отверстка. Блин, плохо. Съемки нормальные, такие легкие. Не то, что добираться потом самому. Сначала на автобус, потом на метро еще едешь. Ножом. А фигурные? Фигурные? Маленькая обычная. Ну обычным ножом, уголком, господи. Не влезет. Нож, он тут синий острый. Не влезет. Влезет. У нас как кто-то умирает сразу, потому показывают целыми этими, неделями, каждый день. Не надо, что ты вставляешь? Просто мука? Проверить. Что ты вставляешь туда? Эту мышку проверить. Ну а что ты на своем не проверяешь? Так может компьютер не работает. Почему не работает? Мышка не работает, почему-то не работает. Нет? Потерпешь. Не работает? Друзья, всем спасибо за просмотр данного видео. Подписывайтесь на канал, всем буду очень рад. Пишите комментарии, по возможности каждому отвечу. И до новых встреч, до свидания. Все, увидимся, друзья, увидимся. Увидимся.